Всем привет! Как у вас дела? If you said хорошо, then this video is for you, because today we are going to learn 15 alternatives to хороший, хорошо. Let's start. Here there are 15 adjectives, and remember that adjectives describe nouns. So if you want to describe a book, movie, an evening or dinner, you need adjectives. And all these adjectives are masculine. So if your noun is feminine, neuter or plural, don't forget to change the ending. If you don't know how to do it, there will be a video over here. The link will be here or here. Here there are adverbs. Adverbs describe our actions, the way we do something. Let's go. The first adjective is прекрасный. Прекрасный. Great. For example, это был прекрасный фильм. I enjoy it a lot. It was a great movie. Это был прекрасный фильм. Как у вас дела? Прекрасно. Прекрасно. Next one. Отличный. Excellent. Отличный. Это отличная книга. It's an excellent book. Отличная книга. The adverb is отлично. Отлично. Next one. Превосходный. Превосходный. Fantastic. Превосходный. Это был превосходный вечер. It was a fantastic evening. Это был превосходный вечер. Превосходный. Превосходно. Мы превосходно провели время. Мы превосходно провели время. Замечательный. Wonderful. Замечательный. 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 For example, он замечательный поэт. Он замечательный писатель. He's a wonderful writer. Он замечательный писатель. Он пишет замечательно. He writes wonderfully. Он пишет замечательно. Here we describe the action, the way he writes. And he writes wonderfully. That's why we use an adverb. Он пишет замечательно. Блестящий. Он блестящий музыкант. He is a brilliant musician. Literally, блестящий means shiny. For example, блестящая одежда. It means very, very shiny clothes. But we can use when we describe something else. We can use this adverb as brilliant. Блестящий музыкант, блестящий актер, блестящий концерт. Whatever you want to describe. Блестящий. And the adverb is блестяще, блестяще. You probably noticed how we form the adverbs by changing the ending to о or to е if it ends with щ or ш. So the adverb is блестяще. Next one, божественный, 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 divine. Это был божественный отпуск, это был божественный вечер, это был божественный десерт. Почему нет? Это был божественный десерт. The adverb is божественно, божественно. Мы божественно провели время в Париже. Мы божественно провели время в Париже. Восхитительный. 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 Delightful.
Восхитительный. Это был восхитительный вечер. Or another example. Здесь восхитительный вид. Very beautiful, delightful, great view. Восхитительный вид. Adverb is восхитительно. 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 Великолепный. 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 For example, это великолепный концерт. Это был великолепный концерт. Это был великолепный спектакль. Это был великолепный спектакль. Актеры сыграли великолепно. The actors played perfect. Актеры сыграли великолепно. Великолепно. Идеальный. Идеальный. Perfect. Это были идеальные выходные. Это было... Это было идеальное свидание. It was a perfect date. Это было идеальное свидание. Идеально. Идеально. Неотразимый. 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 For example, это... это было неотразимое платье. Or она была одета в неотразимое платье. She was dressed in an irresistible dress. Она была одета в неотразимое платье. Or you can say, and this is a perfect compliment to a girl, она выглядела неотразимо. She looked irresistible. Она выглядела неотразимо. Or you can say, ты выглядишь неотразимо. Ты выглядишь неотразимо. Обалденный, клёвый, классный. These adjectives are a little bit informal. Обалденный, awesome, обалденный, клёвый, cool, классный, super. For example, это обалденная футболка, это клёвый костюм, это классная шляпа. I described clothing. Обалденный, клёвый, классный. But again, you can describe whatever you want. Any adjective or any noun you want, as I said. Evening, movie, book, concert, vacation. By the way, person also can be very cool. Она очень клёвая. Она очень классная, etc. Adverbs. Обалденно, клёво, классно. For example, она обалденно одевается. She is dressed in a very cool way. Она обалденно одевается. Она клёво шутит. Maybe she makes jokes in a very cool way. Она клёво шутит, etc. Шикарный, шикарный, шикарный. Again, we can describe with шикарный anything you want. For example, шикарный вид, beautiful view, шикарный вид. Шикарный наряд, if you describe clothing. Шикарная девушка, шикарный парень. Whatever you want can be шикарный. In English it is chic. I know that usually chic you use to describe clothing. In Russian, no. Шикарный, you can describe anything you want.
And the adverb is шикарно. Again, if you had a very good time, if something is doing something in a very good way, you can say шикарно. Шикарно. Как у вас дела? Шикарно. And last one is потрясающий. Terrific. Потрясающий. For example, in your comments you can write down это был потрясающий урок. I hope so. Это был потрясающий урок. Юля объяснила все потрясающе. Julia explained everything in a terrific way. Юля объяснила все потрясающе. Well, I hope so. I hope that you liked this video and it was helpful. Let me know. I see you next time. Thanks a lot for watching. Пока-пока!